С помощью портала, не выходя из дома, можно узнать о своей задолженности перед налоговой службой, о состоянии лицевого счета в системе общеобязательного пенсионного страхования, подать заявление о назначении пенсии, налоговые декларации, поставить ребенка в очередь на место в детский сад и многое другое. Полный перечень велик, и с каждым годом возможности электронного сервиса расширяются. В настоящее время 76 муниципальных услуг переведены в электронный вид. Плюс к этому государственные услуги. То есть, к примеру, можно подать заявление на получение российского паспорта, на получение загранпаспорта, на обмен российского паспорта, постановку снятия с учета транспортных средств и также другие услуги. С 1 января 2017 года, согласно Налогового кодекса, скидка на государственную пошлину на услуги, которые оказываются через портал госуслуг, составляет 30%. Это очень выгодно. К примеру, обмен водительского удостоверения госпошлина вместо 2000 рублей пошлина будет составлять 1300 рублей. И также все остальные государственные пошлины. Для создания личного кабинета в системе нужно указать паспортные данные, СНИЛС, электронную почту и номер мобильного телефона. Для подтверждения учетной записи необходимо с паспортом обратиться в МФЦ, Управление пенсионного фонда или Центр занятости населения.